Добрым утром, дорогие девочки и мальчики! Наконец-то! К нам снова приближается Новый год! И мы с нетерпением ждем праздничных каникул, прогулок на свежем воздухе и веселых зимних игр. А еще подарков и подарков и подарков! Вот! Подожди! Обычно все просят у Деда Мороза только один подарок, самый желанный. Правильно! Но я же собираюсь попросить не только для себя, я и для друзей, и для тебя. О, какой ты молодец! Да, вот. Вот все тоже так подумают и подарят мне в ответ подарочек. А я нет. Спасибо. Что? Даже вот самого-самого малюсенького подарочка не принесешь? Нет, но я отблагодарю тебя по-другому, приготовив что-нибудь вкусное. И новогоднее? Конечно! Сейчас же самое время тематических рецептов. И тематических выпусков нашей программы. Итак, что мы сегодня сделаем? Мандариновые кексики без выпечки. Ого! Звучит очень интересненько! Все давно привыкли к тому, что мандарины – это один из символов Нового года. Но мало кто знает почему. Оказывается, эта традиция пришла из Китая. Там оранжевый фрукт считался символом богатства, долголетия и счастья. Неспроста богатых китайцев называли мандаринами. Именно поэтому, собираясь в гости, жители Поднебесной брали с собой в качестве дара хозяевам дома хотя бы парочку мандаринов. Для рецепта мандариновых кексов понадобятся... Мандарины! Я угадал? А другие ингредиенты сможешь? Молоко, мука, масло. Ладно, не мучайся. Помимо мандаринов нужны только творог, сгущенное молоко, желатин и вода, чтобы его развести. Да, я бы такие продукты точно не называл. Половничек. Все, дальше ты. Первое, что необходимо сделать, это извлечь из фруктов мякоть, а желатин замочить, а затем развести в теплой воде. Инна, а хочешь, мы с половничком поможем тебе с мандаринами? А давайте. Пусть в канун Нового года будет больше волшебства. Половничек, убираем шкурки и пленочки. Как говорится, вот это сервис. Ну, а с желатинами я справлюсь сама. Все-таки это работа для взрослых. Инна, а что делать с творогом и сгущенным молоком? Их мы сейчас будем соединять с помощью блендера. А затем в эту смесь добавим кусочки мандаринов. Мы их нарежем еще чуть меньше. И в самом конце уже полностью разведенный желатин. Что это за кексики такие будут, интересно? А вот увидишь, увидишь. Главное, чтобы я их еще и попробовал. Как вы думаете, сколько существует сортов мандаринов? 5? 10? А вот и нет. Хотя точной цифры не знает никто, по разным данным, ученые насчитывают от 160 до 200 сортов этого фрукта. Клеопатра, Робинсон, Танжела, Храм, Хашимото. Вот только небольшая часть названий сортов этого самого новогоднего фрукта. Повторим еще раз. Мы смешали творог со сгущенным молоком. Теперь добавляем сюда кусочки мандаринов и полностью разведенный желатин. Промешаем сначала с мандаринами. И аккуратно вольем желатин. Вот. После этого получившуюся смесь нужно разлить в формочки и поставить в холодильник до тех пор, пока наши кексики окончательно не застынут. Ну, это еще сколько ждать? Если честно, в холодильнике уже есть одна порция кексиков. Я сделала ее заранее, а вторую хотела приготовить вместе с тобой, чтобы продемонстрировать ребятам, как и что тут надо делать.
огурчик. Тогда давай скорее наводить порядок и выходить на финиш. Давай. Очистите мандарины, дольки освободите от пленок и косточек, мякоть порежьте на кусочки. Желатин приготовьте по инструкции. Далее смешайте творог со сгущенным молоком в миске с помощью блендера. Затем добавьте в смесь кусочки мандаринов и аккуратно вмешайте желатин. После этого разлейте получившуюся массу по формочкам и оставьте кексики в холодильнике до тех пор, пока они полностью не застынут. С такими угощениями и подарков никаких не надо. Правда? Ну нет, это я увлекся. Но вы же все поняли, что я имела в виду. И все с тобой согласны. Новый год – это не только подарки, но еще и прекрасная возможность сделать много хорошего вместе. И вкусного! С наступающим, друзья! И пусть в вашей жизни будет больше ярких моментов и приятных сюрпризов. И подарочков.